Всем привет! Сегодня мы рассмотрим трюк, который называется Sonic Normal 2-3-1-2. 2-3-1-2. Вот так он выглядит. Еще раз. Так, как же он делается? Для начала вы должны зажать ручку между средним и безымянным пальцем, то есть 2-3. И конец опоры, конец ручки должен быть уперт в большой палец. Тут примерно центр баланса идет. Вот, и должны создать давление между средним и безымянным пальцем. Вот такое давление, чтобы при освобождении ручки она полетела вот так. Вот так, основное движение при Сонике это вот такое. То есть средний палец уходит сюда, в сторону, ну, к вам получается, а безымянный и указательный стремятся друг к другу. Вот так вот, таким образом. Итак, когда ручка высвобождается из опоры, этот палец стремится к этому, и она по инерции, этот палец убирается вниз, по инерции она делает полукруг, и мы вот этим пальцем прижимаем ручку. Убирается. Два пальца стремятся. Приходится. Это опорный Соник. Как же делается безопорный? Делайте сначала опорный, когда получится у вас, хорошо, быстро. Будете делать, только задевая чирком за опору. То есть вот так, оп. Потом у вас получится безопорный. То есть не задевая. Постепенно. Это дело опыта. Вот. Всем удачи!